spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлены зимние сапоги Yukon от популярного среди отечественных рыболовов производителя компании Norfin. Эта современная обувь сочетает в себе легкость и надежность. Такая универсальная модель может использоваться не только рыбаками и охотниками, но также подойдет при выездах на природу и даже в некоторых случаях в качестве рабочей. Давайте рассмотрим эти сапоги поближе. Основой для изготовления Yukon является этилен-винил-ацетат, или попросту EVA. Этот вспененный материал почти в два раза легче резины или ПВХ, но в то же время отличается упругостью и имеет хорошие амортизирующие свойства. Для примера, пара сапог вместе с термовкладышами весит менее 1,5 кг. Как заявляет производитель, в такой обуви будет комфортно в динамике при температурах до минус 50 градусов Цельсия. Сверху мы видим нейлоновую затяжную манжету высотой около 8 см. Ее основной задачей является максимально снизить попадание холода, снега и влаги внутрь обуви. Регулировка по объему осуществляется с помощью веревочной утяжки, которая выводится наружу через люверсы в задней части. Для удобства она оснащается пластиковым кнопочным фиксатором. Сбоку расположен вышитый логотип компании Norfin. С целью достигнуть полной герметичности изделия, сапоги выпускаются в цельнолитом исполнении. Таким образом, ногам обеспечивается не только тепло, но и сухость. А благодаря EVA изделие получилось весьма эластичным. И такая гибкость сохраняется даже в суровых условиях. В районе пятки расположена шпора, которая облегчает снятие обуви способом нога об ногу. Подошва в меру толстая и способна уберечь стопу от случайных проколов или порезов. Протектор глубокий, позволяющий уверенно передвигаться по любому грунту, будь то песок, глина или снег. Добавим, что такой протектор еще и препятствует скольжению по льду. Для сохранения тепла внутри обуви Yukon укомплектованы трехслойными термовкладышами толщиной 12 мм. В чулке применяется несколько слоев полиэстера для обеспечения термоизоляции и дышащих свойств, а также перфорированная фольга, дающая эффект термоса, отражая внешний холод. Верхний край, задний шов и пяточная зона защищены матерчатыми вставками. Сапоги комплектуются двумя стельками. Первая, состоящая из трех слоев с использованием полиэстера, находится в термовкладыше. Ее основная задача – сохранение тепла стопы. Вторая – перфорированная стелька из 7-мм неопрена. Она обеспечивает комфорт и дополнительную вентиляцию. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.